С каждым днем становится все теплее и теплее. Горожане хотят купаться, но погода не позволяет им. И поэтому они ходят в бассейн. Давайте посмотрим, как это выглядит. Сейчас мы возьмем интервью у одного из посетителей бассейна. Ой, а тут уже тонут. Как себя чувствуете? Помогите! Чего-чего? Помогите! Что-то вы совершенно необщительные, брызгаете с водой. Сколько вы заплатили, чтобы посетить этот бассейн? Дурак, помоги мне! Ой-ой-ой, как некультурно. Пройдемте-ка дальше. Вот он, настоящий мужчина, сразу бросился на помощь к милой девушке. У него остались считанные секунды, но он не теряет надежды. Спасибо вам, молодой человек. Это была моя мечта. Это моя работа. Будьте аккуратны, соблюдайте правила поведения на воде.